не можем мы здесь воссоединиться. Гнилые мнения. Кто-то накручивает ее, я в этом уверен, понимаешь? Ну, вот. Кто-то, это мама, ты имеешь в виду. Может быть, даже где-то Татьяна Владимировна говорит что-то, понимаете? Вот. Я все-таки хочу с своей женщиной поговорить за периметром. Я первую семью профукал. Ну, ладно, там, я не оправдываю себя. Но тогда мне было 20 лет, Ксюха, но мне сейчас 30-ник. И потерять семью, ну, не готов я. Вот не готов. Татьяна Владимировна, что скажет? Я хочу сказать, что я ни в коем случае Алену насчет тебя не отговаривала. Я просто слушала свою дочь. Это ее решение, не мое решение, что она не хочет быть с тобой. Ни в коем случае я ей как-то наоборот говорила, что Алена, ну, может быть, как-то можно все простить. Нет, ни в какую. То есть это решение Алены. Татьяна Владимировна, вы приехали, здесь, и ухудшилось все. А здесь есть Илья. Ну, я вам, вот в ваших отношениях, есть ты, есть Алена. Только вы можете решить. Ну, оступился, попереписывался. Я еще раз говорю, она же измену простила. Простила первую. И что Илья сказал? Ну, второй-то больше измены не было. Он же не стал для нее спать измена. Ни с кем. Для нее это измена. Илья сделал шаг влево. Для нее вот этот шаг, даже если бы не было этой измены, нету этой измены, но шаг влево, все. Видите, здесь как сейчас для Алена. Нее? Ленка? Да. Ну, она в комнате. В комнате. Пойдем со мной, Люк. Пошли, пошли, пошли. Меня не надо, Ксюша? Ну, вы, слава богу, не надо, нет. Да? Да, давайте мы в этот раз без вас обойдем. А что она испортила? Что ты сказала? Она прям против тебя, ты это чувствуешь? Ну, накручивает, конечно. То есть она ее крутит? Ну да, с приездом ее еще хуже было. Еще хуже стало. То есть что она ей говорит? Не мириться? Что она ей говорит? Она на людях говорит, типа, я за семью, я за мир. Ага. Вот. А по факту, в смысле, просто даже и мне уже и Дима даже глаза открывает, Дмитрия, потому что нет. Он говорит, ты понимаешь, говорит, если бы на тот момент бы, говорит, не влезала бы мама, мы бы с Ольгой бы, говорит, быстрее помирились. Понимаешь? Я вообще не понимаю, Ален, что вы творите? Вот скажи мне, пожалуйста, ты реально хочешь быть матерью-одиночкой? Я реально хочу, не хочу быть с человеком. Это моя жизнь, Ксюш. И я принимаю это решение. Но я не могу быть с человеком. Ты не любишь Илью? Кто вам сказал, что я его не люблю? Я вижу, что ты его любишь. Ну вот и все. Но я не хочу быть с человеком. Их нет, это все на момент притирки. Нет, я не буду, меня вы издеваетесь? Нет, я могу все. Но не предательство, больше никогда не прощу жизни никому, нет. Для меня это все прям, вот все. Для меня это хорошо, самое страшное. Ты же можешь попробовать, жизни. Чтобы вы спали в одной кровати. Я не могу, я не могу представить с ним лечь в кровать, ты понимаешь? Не могу, я смотрю на него, и мне отвращение идет. Просто отвращение человека. Алёна, ты понимаешь, что жизнь, она одна, и ты сейчас совершаешь, ну, я не знаю, если он еще раз тебя предаст, да нет, я сама буду, бы его я лично руками бы удушила и выкинула нет, бы. Нет, у меня каждый день будет ад. Но вопрос в том, что сейчас есть шанс. Вот зачем ты в этом аду живешь? Мне сейчас комфортно. Его нет рядом, мне комфортно. Я себя чувствую комфортно. Я не знаю, зачем делать детей, чтобы они потом одиночками ходили. Я вот это не понимаю. А я не знаю, зачем детей, чтобы потом гулять от своей жены. Я тоже этого не понимаю. Зачем было со мной делать детей, если ты не уверена? Я никогда не заступаюсь за мужиков, которые ведут себя отвратительно по отношению к женщине, и нет ему оправдания. Но я считаю, в тот момент ты его подвела своим поведением. Ты издевалась как могла. Хорошо, я поняла. Но ты ему простила физическую измену и не можешь морально простить. Но это бред, Алён. Вот так бывает. Смотри на свою сестру. Человека. Он тоже беременно ее бросал. Она оставлялась одна. Потом сошлись, сейчас живут с семьей. Да, малышку возьмешь на руки, вообще по-другому все изменится. Жизнь вот тебе поверит. Именно, я когда возьму своего ребенка на руки, я ему отдам всю свою любовь. И я его вообще возненавижу. Я знаю, потому что я его просто буду ненавидеть. Хорошо. За что? А зачем жить с ненавистью? Хорошо, запомни раз навсегда. Хорошо, я вот эту блевотину твою уже терпеть больше не могу. Заигралась, зазвездилась. Да. Я да тебе клянусь, говорю, зазвездилась. Просто давай, если ты хочешь быть подальщичка, сидит. Посты строчат, а что там жалость. Надо было со своей обстановки отвечать, скотина, приходишь ко мне. Нормальная женщина. Ты, сука, это сделал. Да, поплачь. Успокойся. Ты меня доволен. Ты говоришь. Успокойся. Что это странно, Алён, что ты так его любила и не готова вот это. Еще поплачь, еще поплачь. Нет. Ребенок, говори. У тебя с головой проблема? У тебя с головой проблема? Давай! С головой проблема? Илюш, помолчи. Ты звезда! Я уйду с проекта! Можно убрать вот эту звезду? Как мы будем воспитывать ребенка? А можно мне вопрос? Ксюх, меня интересует то, как мы будем воспитывать ребенка? Стоп!
Я еще раз повторяю. Ребенок будет со мной сразу сутками находиться. Да сейчас! Нет! Ты кто? Нет! Отец! Отец! Алло! Слушай! Я тебе сказал! Сутками будет ребенок со мной! Сутками! Свой закрой! Сутками со мной ребенок! Понятно? Сутками! Вот как ты так можешь говорить? Сутками! Потому что я его ненавижу! Ты его не убивай! Ты можешь не орать! Алло! Можешь не орать! Ты мне так больно сделал! Да не ори ты! Сука! Хорошо, можно он покается, пойдет на колени, пообещать тебе, что никогда можно этого не будет. Ален. Что ты со мной делаешь? Ну ты его любишь, Ален. Он тебя любит. Он тебя любит, Ален. Послушай меня, он тебя любит. Да я его ненавижу. Я прихожу семью охранить. Ты что ли? Нормально. Проектный. Это ты проектная. Проектный, это проектный, ты, я тебе еще раз сказал. Это ты проект. Я! Несешь какую? Домой! Разорву паспорта и мамины твои! Я тебе. Тихо, я. Тихо! Че? Че? Сука! Сука! Дайте я. Я что сказала? Пиничка! Да что такое? Тихо, 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 тихо. Зацепись, зацепись! Нет! Вот, сука, бум! Тихо, я надо тихо, тебе, блядь! Надо! Цепи! Дура! Илья, надо тебе вот эти... Что? Ты шлюха! Проектная шлюха! Ребенок, я... жить не будет! Я... Все, все! Ты, дура! Семью, блин! Блин, не подходи! Не подходи! Алена! Да я же это говорю! Алена! Держите ее! Да нет! Да не... Ребенок! Ребенок! Ну ты, хоть мужик! Отойди, блин! Дурак! Дурак! Ты гонь! Ты гонь! Ребята, не умеешь! Вижу! Пойдем! Мужчины! Илю! Придурок, а! Придурок! Ты все испортил, придурок! Ты на эмоциях, конечно, прям жестко на нее начал. А, понятное дело... У него тоже уже сколько да можно, не, я два его понимаю. Я еще говорю, на эмоции просто поддался. А это ее мама, а да, у него почему все думают там эмоции? Почему никто не думает, что у Илюхи в голове? Как я он думаю, себя чувствует? Я ничего не говорю, мне я вот думаю. Непонятно. Просто я говорю, то, что именно сейчас вот в этой ситуации Илюха, как бы он мужчина, и он должен нет, это да принять. Нет. Хорош, Илюха, все хорошо. Понятное дело, что пойдем, я тебе чай сделаю зеленый. Около пойдем? Двух месяцев вот так вот просто бьется. Да, конечно, он бьется, крутится, и постоянно все его обвиняют. Ну, в чем он виноват? Нет, нет, он сейчас не виноват. Я говорю, просто, ну, видно, что он поддался своей эмоции. Надо было немножко это... Он не виноват. Понятное дело, что там провоцируют, что... Но здесь надо просто подумать о ребенке в первую очередь. Не она вот. Сама не думает о ребенке. Она не думает, потому что она, ну, маленькая, ну, глупенькая. И не надо на нее злиться. Пойдем чайку сделайте зеленый, успокоишься. Пойдем, надо чайку вопьешь, понятно, что тяжело.